Меня зовут Аня. Подписывайтесь на мой канал. Я рассказываю, как я жила 2 недели в Таиланде. Все последние новости, какое питание, какое проживание, какие есть развлекательные мероприятия, какие экскурсии посетила. Это май 2019 год. Вот в таких апартаментах я нахожусь. Называется The Title Resident на Янг Бич. Это север Таиланда. Вот здесь не все заселенные квартиры. Можно приобретать в аренду такой бассейн. Все они сделаны по стандарту. Так, балкон. Также строительство здесь ведется, можно приобретать жилье на 5 лет рассрочка. Так. Вот такие апартаменты. Есть все для жизни, все, что необходимо. Очень удобно. Так. Такая ванная комната. Душевая кабина. Детская. И вот такой у нас вид. Открывается. The Title Resident на Янг Бич. Называется апартаменты здесь на севере Таиланда. Красивая благоустроенная территория с ландшафтным дизайном, за которой ухаживают. Такой детский бассейн, открывается вид. Также здесь есть сауна, кому не хватает жары и влажности. Также в одном из зданий наверху есть бассейн, куда мы попозже хотим сходить. Вот такая благоустроенная территория. Лежаки, пожалуйста, все сделано для отдыха. Вот, какая красота. На улице очень жарко. Я с длинным рукавом. Защищаюсь от солнца в кепке. Ноги закрыты. Сейчас у нас 2 часа дня. Здесь сгорают люди. Кстати, очень популярные машины Toyota в Таиланде. Я уже обратила внимание. Люди здесь сгорают за 2 часа. Сейчас я хочу сходить в местный магазинчик, приобрести некоторые товары для личного пользования. Сейчас я вам покажу дорогу. Вот мы идем. Красота. Красота. Вот смотрите, какие интересные средства передвижения. Фу. Здесь очень развито строительство, быстро все строится. Скоро здесь будет ресторан в течение 2-3 месяцев. Такой КПП у нас. Здравствуйте. Впереди тоже строительство. И вот сейчас мы выходим, получается, на прилежащую улицу.
все зелено. Погодка великолепная. Вот видите, еще один строится дом. Так, налево у нас получается дорога к пляжу, а направо у нас дорога там, где живут местные. Ну, здесь вот такой тоже замечательный отель, тоже очень благоустроенный. The Touch Green на Янг. Ну и вот что предлагают в этом отеле. Запах очень приятный. Здесь она есть национальный парк с хвойными деревьями, море, зелень, очень приятный такой древесный аромат. А также в Таиланде очень много арома, масел, палочек. Когда заходишь в местные магазины, это прям очень сильно чувствуется. По вечерам вот здесь занимаются, не знаю, по-моему, местные. Мы так посмотрели. Так. Вот. Мы идем. Идем. Смотрите, тоже очень красивое место. King Size. Но здесь даже, по-моему, тоже это какой-то национальный заповедник. Мы еще не были здесь. Посмотрите, какая красота. Как все благоустроено. Это просто шикарно. А, ну, возможно, здесь летом проводят дискотеки или столики. Не знаю. На байках все ездят. Так. Надо аккуратно не упасть.
Ага. Красота какая. Так, вот, пожалуйста, заправка. И сейчас я зайду в фирменный магазин. А, нет, наверное, прогуляюсь сначала, посмотрю, что у нас тут на рыночке продается.